Парад планет на площади, космические корабли в парке и фотозона со снеговиками на набережной. Как будет выглядеть Первоуральск новогодний, рассказали в Управлении культуры. В этом году встретить Новый год жители округа смогут на 11 площадках, и это не считая центральных улиц, которые тоже украсят. Планета 2020 – тема новогоднего городка. В парке возле главной елки первоуральцы увидят ракету и летающую тарелку изо льда. Символ Нового года – белая крыса – предстанет в образе космонавта. Как на просторах Вселенной первоуральцы смогут почувствовать себя и на площади. В чаше фонтана выстроится парад планет, улицу Герцена осветит звездное небо из гирлянд. Традиционные персонажи праздника Дед Мороз и Снегурочка будут встречать горожан на набережной пруда. В этом году там тоже установят елку. На обустройство 11 новогодних городков в городе и поселках планируют потратить больше 5 миллионов рублей. Большинство из них будут работать до 15 января, больше всех простоит городок на Диносе до 9 февраля. С 4 по 13 декабря всех горожан в зоне центрального ледового городка будет ожидать мероприятие. Ряд мероприятий будут организованы игровые программы, веселые старты и мастер-классы.